По решению Анатолия Пахомова первому заместителю главы Мугдину Чермиту поручено курирование Хостинского района для более оперативного и качественного выполнения задач, которые ставят в том числе и жители. Сочинцев волнуют благоустройство, санитарное состояние, освещение, ремонт дорог. С целью определить программу предстоящих дел было проведено совещание с участием активы района и депутатов. Формат, выбранный нами, в моем понимании, позволит нам намного оперативнее решать вопросы, потому что мы еженедельно можем увидеть, что конкретно делается тем или иным депутатам, что конкретно удается сделать администрации на той или иной улице, за каждой из которых мы закрепили сотрудников администрации. Мы охватываем буквально все вопросы жизнедеятельности, видим все проблемные болевые точки и стараемся все это решать в максимально возможной нам доступной мере. Отметили то, что уже сделано. Это асфальтирование ряда улиц, оборудование детских площадок, проведение благоустройства территорий. Но впереди немало работы. До Нового года планируется проведение сходов горожан в микрорайонах, чтобы совместно с администрацией и депутатами обозначить текущие вопросы.